I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. Итак, ребята, сегодня я вас обучу поистине визуальной штуке. Поэтому давайте наконец-таки сделаем рекорд у меня на канале. Наберем самое большое количество лайков за самый короткий промежуток. То есть давайте наберем 200, например, лайков или 250 лайков за один день. Такого еще не было у меня на канале, поэтому давайте сделаем невозможное. Станьте частью истории, поставьте лайк прямо сейчас и посмотрите через день, что с этого получится. Ну и, конечно же, напишите ваше мнение о данной эффектной штуке в комментариях. Мне она очень нравится, и хотелось бы узнать ваше мнение, как вы относитесь к ней. Ну а сейчас берите ваши карты и давайте, наконец-таки, уже обучаться на очень штуку. Да. Итак, для этого фокуса вы берете колоду карт, достаете, допустим, 4 дамы, показываете их зрителю, он может их, в принципе, подписать, никакой роли не играет. Далее вы эти 4 дамы засовываете в разные места в колоде. И делаете сейчас любой контроль. То есть дамы в разных местах. И ваша задача все эти 4 дамы сейчас взять и сконтролировать в одно место. То есть сейчас у меня 4 дамы лежат уже внизу. Как это сделать? Все очень просто. Это обычный стандартный, прям самый базовый шифт. То есть 4 карты в разных местах. Вы их начинаете подравнивать, и в какой-то момент вы начинаете давить на верхний левый угол. И карты у вас уезжают вот сюда. Далее вы здесь мизинчиком их подравниваете, одновременно верхнюю стопочку сдвигаете на себя. И у вас такая ситуация, что есть группа карт сверху, которые вы сдвинули на себя, и 4 дамы в разных местах. Вы сдела хватаете, достаете, то есть вот таким вот обычным образом. Бросаете дело на брейк, и далее всю нижнюю стопку с брейка просто забираете и бросаете наверх. Все, то есть ваши 4 дамы уже лежат внизу. Подробно этому контролю я уже вас обучал, но давайте еще разочек напомню. Смотрите, 4 дамы в разных местах, задвигаете, давите на верхний левый угол, карты у вас здесь уезжают, вы здесь их подравниваете, верхнюю стопочку стягиваете на себя, прихватываете всю группу, то есть верхняя стопочка и 4 дамы. Вытягиваете их вот таким вот образом, бросаете на брейк, и из брейка все дело забираете, бросаете наверх. И ваши дамы уже лежат внизу. Пока что все очень просто. Далее, когда вы уже сконтролировали 4 дамы на низ колоды, ваша задача левой рукой вот таким вот образом надавить на колоду, мизинчиком отсчитать 4 карты, то есть 1, 2, 3, 4. И поставить на них брейк. То есть вот 4 дамы у меня сейчас на брейке. И вот таким вот образом их перевернуть. И скрыть это под таким пролистыванием. То есть вот ваши 4 дамы. У вас брейк. Все. Перевернули. Это тоже делается легко. То есть у вас здесь брейк. Переворачиваете и пролистываете. Все. Вы сейчас готовы уже к проявлению. То есть вот 4 дамы лежат внизу, лицом вверх. Что вы делаете? Ваша левая рука идет под низ, правая под верх. И вы делаете просто декфлип. И ваши дамы сами вылетают. То есть вот вы делаете декфлип. Дамы в этот момент у вас вылетают в правую руку. А колода приземляется вот так. На скорости это выглядит вот так. Нереально эффектно. Да, надо уметь делать декфлип, но не сидите, берите и тренируйте. Выглядит это нереально визуально, поэтому берите, тренируйте, учите.